Нерабочая неделя завершилась, пассажиропоток вновь увеличился. В маршрутках и автобусах яблоку негде упасть, поэтому ношение маски в общественном транспорте – правило номер один. Так можно обезопасить и себя, и окружающих. К этому призывают и работники Минтранса, и автоинспекторы, и сами перевозчики. Рейды проводятся регулярно. Рейды показывают, что не все надевают маски. Для этого рейды и нужны, чтобы проводить профилактическую работу. Вот всего составлено более 200 протоколов с начала года. Все же, как отмечают в Министерстве транспорта, жители все меньше нарушают правила. Большинство не пренебрегают средствами индивидуальной защиты. Если же человек отказывается надевать маску, ему грозит штраф. На автовокзале также все строго. Маски обязательны, термометрия на входе, социальная дистанция. Плюс ко всему, три раза в день проводится дезинфекция хлорсодержащими растворами. Поэтому протираем по обработке поручни, лавочки, места отдыха, места приобретения билетов, дверные ручки. Все это дело проходим, делаем записи в журналах. Обязательно во сколько, как, что мы обработали. И после этого, в крайнем случае, раз в неделю у меня проводятся отборы профроспотребнадзора. Как отмечает начальник, за два года пандемии ковида на вокзале не нашли. Дезинфекция помогает. Обрабатывают также и сам транспорт. Рейды тем временем будут продолжаться. Анна Тищенко, Управда ТВ.